пожалуйста, отлично. То полиция неотъемлемая часть жизни нашего общества. А учитывая то внимание, которое ей уделяется в последнее время, ну, наверное, серьезная часть жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы подрастающее поколение было знакомо с этой сферой жизни нашего государства. Тем более, говорю, с учетом последнего времени, событий, которые есть в стране, которые происходят в полиции, в государстве в связи с этим в наше время. И я считаю необходимым готовить, показывать детям то, чем мы живем, как изменяемся, чем дышим, как говорится. Чем больше дети будут знать, тем больше они будут задавать вопросов, тем больше будет ответов на них, на эти вопросы. И я думаю, что это только пользу принесет всем, и детям, и нам. Это дымовая граната. Вот. Стену дыма утворяет шириной 20 метров. Да. А здесь надо нажимать надо или просто кидаешь? Можно, иди. Сейчас на тебя собачку натравлю. Да. Ну да, в мою сторону нацелился. Не знаю.